оплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Пятого февраля в Кызыле на площади Арата в рамках празднования народного праздника Шага будет организована выставка-ярмарка местных товаропроизводителей. Мероприятие проводится мэрией Кызыла совместно с Министерством экономики республики. В целом зона торгового обслуживания будет разделена на секцию общественного питания и секцию выставки-ярмарки товаров местного производства. На выставке будут представлены продукты питания местного производства, национальная одежда, сувенирная продукция, буддийская атрибутика. К слову, мероприятия к празднованию Шага в некоторых микрорайонах уже начались. Так, для многодетных семей, проживающих на левобережных дачных обществах, в храме Даши Панденлинг прошел молебен. Сотрудники управления социального развития мэрии Кызыла организовали раздачу белой пищи для всех посетителей к национальному празднику Шага. Молебен состоится и 1 февраля в 14 часов в хуре левобережных дачных обществ. Отмечается, что медицинскими бригадами будут обеспечены предстоящие мероприятия национального праздника Шага Сан-Салыры, молебны, массовые мероприятия на центральной площади города Кызыла. В целях обеспечения качества оказания медпомощи к работе по медицинскому обеспечению праздничных мероприятий будут подключены сразу несколько организаций. С учетом начинающегося подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в поликлиниках Кызыла 4 и 5 февраля до 15 часов будут работать службы неотложной помощи. Для обслуживания вызовов в вечернее и ночное время двумя дополнительными бригадами будет усилена работа Центра скорой медицинской помощи. В Кызыльском районе сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с собственниками животноводческих хозяйств. С начала января на территории Кызыльского района зарегистрировано 5 краж скота. Вместе с тем произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездами на домашних животных. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал, однако машинам, так же как и хозяевам скота, причинен немалый материальный ущерб. В связи с этим сотрудники полиции предупреждали собственников животноводческих хозяйств о недопустимости свободного выпаса скота и призывали соблюдать установленный порядок перегона скота в соответствии с требованиями российского законодательства. В целях пресечения подобных фактов сотрудники ГИБДД и участковые уполномоченные полиции межмуниципального отдела МВД России Кызыльский совместно с представителями администрации муниципального района Кызыльский Кожун провели целенаправленные профилактические рейды по аратским хозяйствам и чабанским стоянкам, расположенным в село Селиное, село Эрбек и местечко ПОМ Кызыльского района. Отмечается, что в январе за нарушение требований правил дорожного движения 3 погонщика скота понесли административную ответственность. Участковые уполномоченные полиции обратили внимание чабанов и владельцев поголовья на усиление контроля над своим имуществом и призвали принять меры по обеспечению контроля на выпасах, укрепление места его содержания, что является надежной гарантией обеспечения его сохранности. Кроме того, бесконтрольно пасущийся скот является легкой добычей для злоумышленников. В таких случаях владельцы не всегда могут указать точное место выпаса скота, время и дату совершения хищения и, как правило, сообщают в полицию после того, как самостоятельные поиски не приводят к положительному результату. Полицейские напомнили гражданам о том, что согласно Кодексу Республики Тыва об административных правонарушениях, выпас сельскохозяйственных животных без сопровождения их владельцам или уполномоченным им лицом влечет наложение административного штрафа на граждан. С 2019 года физические лица могут уплачивать налог на имущество, транспортные и земельные налоги при помощи единого налогового платежа. Для формирования такого платежа можно использовать сервис ФНС России налог.ру. Заполни платежное поручение. Вы и даже другое лицо можете перевести одним платежным поручением деньги в счет текущих и будущих платежей. Если у вас имеется налоговая задолженность, она будет автоматически погашена за счет поступивших денежных средств при условии достаточности средств, внесенных в качестве единого налогового платежа. Вам больше не нужно будет следить за сроками уплаты налогов. При их наступлении налоговые органы самостоятельно проведут платежи. Все данные о списании денег в счет погашения налоговых платежей будут отражаться в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Использование единого налогового платежа экономит ваше время, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек.
ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот, установленных на территории конкретного муниципального образования, можно посредством информационного ресурса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 36 копеек, евро 75 рублей 20 копеек. Вятские мехобелка в вашем городе. Большой выбор шуб, рассрочка, низкие цены. С 28 января по 2 февраля. ЦУМ. Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев и Татьяна Абрамова в комедии «Притворство и любовь». 11 февраля в Национальном театре. В Туве мужчина признан виновным в избиении и убийстве сестры. Следственным комитетом региона доказательства признаны достаточными для вынесения приговора ранее судимому 40-летнему жителю села Адыркежик Тоджинского района республики. Он признан виновным в совершении преступлений: умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве орудия, и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Установлено, что 18 апреля прошлого года обвиняемый с супругой распивали спиртное с гостями, родной сестрой обвиняемого и ее подругой. Далее, будучи пьяными, они поссорились, и мужчина, разозлившись, взял нож и ударил по ноге знакомой. Затем он тем же ножом ударил по руке и ноге сестры. Удар по бедру девушки оказался смертельным. Она умерла от кровопотери. Так, приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Всероссийская акция Общероссийского народного фронта «Класс доброты», стартовавшая в Туве в октябре 2018 года, прошла и в Кызыле. В планах региональной команды молодежки ОНФ охватить всю республику. В этом им помогают уполномоченные по правам ребенка в регионе и представители других организаций, которые участвуют в тематических площадках. Сегодня собрались дети со всех школ города Кызыла, которые стоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Программа насыщенная, интересная. Мы надеемся, что они узнают очень много нового, приобретут полезные навыки, умения, познакомятся, узнают много интересного, полезного. Общественники собрали целую команду из представителей разных профессий и организаций. Каждый из гостей знакомит школьников со своей работой, учит полезным навыкам и дает наставления. 7,62 мм, емкость на 100 патронов, то есть заряжается вот сюда в коробку на 100 патронов, имеется также на 200 патронов боекомплект. Акция традиционно началась с открытого урока встречи уполномоченного по правам ребенка в Туве Ольги Росовой о правах и обязанностях детей. Школьники, несмотря на достаточно юный возраст, показали неплохой уровень правовой грамотности. Если вы будете знать, куда обратиться, как обратиться, это вот вполне достаточно, чтобы просто помочь самому себе, чтобы чувствовать себя уверенно в этой жизни и помочь не только себе, но, может быть, своим близким, родным, друзьям и так далее. Далее, по выстроенному маршруту, ребята посетили 4 разные площадки. Правовой брейн-ринг, выставка боевого оружия, беседа с психологом и мастер-классы по национальным играм. Закрепляют ребята новые знания о своих правах и обязанностях уже на брейн-ринге, проводимом активистами Народного фронта в Туве. Люди, которые имели несчастье попасть в пагубную зависимость от алкоголя или наркотиков, после госпитализации в стационарное отделение реснаркодиспансера получают возможность поправить свое здоровье с помощью самых различных методов лечения с использованием современного оборудования. 2018 год, всего в отделении у нас пролечено и поступило 2158 больных. Вот за все это время, вот, как я заметила, у нас наплыв больных получается вот, на праздничные выходные длительные дни. И просто вот с пятницы на воскресенье тоже вот, больных бывает обычно много.
Особенно вот в эти выходные дни, вот в новогодние праздники, 8 дней у нас больных было очень много. У нас в отделении всего, отделение не рассчитано на 68 коек, но тем не менее у нас за вот эти вот дни бывало так, что в отделении по 86 больных лежало. В стационарном отделении медучреждения работает физиокабинет. Пациенты получают лечение по 8 видам физиопроцедур, которые призваны укрепить организм для борьбы с недугом. Конечно, у нас больные здесь получают полный курс лечения согласно стандартам. И после выписки получается так, что больные ремиссию не выдерживают и срываются в течение 10 дней после выписки отсюда. Это... Но если медицинским термином говорить, это будет регоспитализация, если больной поступает в течение 10 дней повторно. За 2018 год у нас таких случаев было 10. Электросон – одна из часто назначаемых процедур. Ее суть заключается в воздействии на мозг электроимпульсами, благодаря чему больной погружается в особое состояние, которое принято именовать электросном. В это время происходит восстановление обмена веществ, оказывается положительное влияние на нервную систему, значительно быстрее проходит вывод токсинов. УЗТ или ультразвуковая терапия – это применение ультразвуковых колебаний с лечебной целью. Для наркологических больных, иммунитет которых ослаблен, данный вид лечения показывает свой положительный эффект. К тому же ультразвук оказывает обезболивающее, спазмолитическое, противовоспалительное и общетонизирующее действие. Благодаря таким видам физиотерапии оказывается всесторонняя поддержка организму в борьбе с этим коварным недугом. По республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, ночью порывы до 17-22 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, ночью порывы до 12 метров. Температура воздуха ночью от минус 36 до минус 38, днем от минус 24 до минус 26. На дорогах гололедица.